ручку ковша. Ручка ковша, там есть три звезды в ряд построены, в ручке ковша большой медведица. Направляем по линии вниз через котелок этого ковша. Вниз к горизонту проводим линию. И вот на этой линии, там чуть ниже уже, будет эта комета, не так, чтобы далеко. Примерно там 2-3 ручки. Две ручки, по-моему, ковша, угловое расстояние. И вот хлопец, который мне пишет, что наконец увидел, только не в том месте, где, как у меня на фотографии, я специально фотографировал здесь на канале Максим Костенко, есть такой раздел сообщества. И вот там я несколько дней снимал относительно большую медведицу, эту комету Neowise. И видно, как она смещается влево, в подбрюще этой большой медведицы. Так что, парень, это не из-за того, что между тобой и мной 1500 километров, как между наблюдателями, а потому что каждую ночь эта комета смещается чуть левее, левее, левее. И хотя 24 июля она будет ближе всего к Земле, 103 миллиона километров, но, к сожалению, все дальше от Солнца, а комета, она-то сама камешек, кусочек льда 5 километров диаметром. Она видна только за счет того, что Солнце ее освещает, тает лед, и за счет хвоста. В общем, основное в русалке — это хвост. Вот он. Наш Сатурн. Идите, посмотрите. На Сатурн посмотрим, пойдите. Слышь, на Сатурн. Вот сюда глазок смотри. Осторожно, это штатив. Это не дети, они же сюда. Ну, видишь он. А он Юпитер, видишь? Планета вторая. Да. Да, ну, сейчас мы идем на нее. Сейчас я опущу пониже, и будет все видно. Смотрю на экранчике, сейчас я буду приближать, и будет видно, как увеличивается планета. Это 125 крат увеличения, так что практически в телескоп смотрю. Спутники, он Юпитера рядом. Галилея, у которой 350 лет назад, или сколько там, 400 лет назад, Галилей свою подзорную трубу, им созданную, увидел. Видишь, он рядом? Левее Юпитера планетка. Что ж ты будешь делать? Сейчас я наведусь. Все, сейчас он будет в экран влезать. Может, глазок посмотреть, он гораздо лучше будет видно. Планета, видишь, слева, а от планеты слева от себя эти слева. Спутники Юпитера, 4 Галилея. Ты не слышал, они на группу, потом в Вио. Там Ганимеда Галиста. Посмотрим его. Это ж камера, да? Ну да, это фотоаппарат. Nikon Coolpix 5000, у него 125 крат увеличения. Часто на видео спрашивают, в Ютубе выкладываю, говорят, с какого телескопа. Это не телескоп, это вот, видишь, просто фотоаппарат.
Так. Да. Спасибо. Да не за что. А я сейчас МКС. Не-не, МКС только что пролетел, я его снимал. Сейчас можно навестись вон. Ну, в принципе, что, она просто более крупная точка будет и все. Но на спутнике тяжело наводиться. Ладушки. Июля 2020 год, Харьков. И время 21:46 по Киеву.